Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас видеообзор наушников от фирмы Sony, модельный ряд VIC-100. Такие наушники у меня были Sony, но был модельный ряд немножко другой, C200. Ну, я как-то почитал аннотацию, никаких отличий я не заметил. Время автономности такое же, возможно, по звуку будут какие-то нарекания, но ничего я не почувствовал пока. Я немножко их послушал. Просто хотелось бы в этом обзоре уделить такое небольшое внимание внешнему виду данных наушников, так как в последнее время в нашем регионе ввиду санкций появилось огромное количество подделок. Вот. И как я вот тут вижу, на данных наушниках, хотя это опять-таки же не является гарантом какой-то безопасности, но в то же самое время я вот вижу, что на данных наушниках мы видим огромное количество надписей разного плана, которые, возможно, могут каким-то образом гарантировать качественность наушников. Вот. Потому что последние мои наушники были, так скажем, удовлетворительного качества. Это слышалось и по аудиосопровождению, когда у вас там, вы, допустим, включаете эти наушники, вас приветствуют на чисто английском, либо на английском с китайским акцентом. Ну и вот предыдущие мои наушники, вроде внешний вид у них был такой неплохой, но, во-первых, они были с каким-то таким китайским акцентом, и батарея у них не держала из заявленных 15 часов. Держали они вообще крайне мало. Поэтому, ну, хочется верить то, что данные наушники, они все-таки оригинальные. Вот. Пока ими еще так длительное время я не пользовался, но визуально вроде бы они выглядят неплохо. Конечно, все покажет время. Вот. На этом, наверное, свой обзор я буду завершать. Ну, тут синенькая индикация идет, потому что в предыдущих наушниках была она такого красного цвета. Красно-синий диод, в оригинальных был оранжевое свечение. Вот, посмотрим, как будут себя вести данные наушники. Кому интересно, можете потом позадавать вопросы, если вы еще там не определились с моделью. Вот, ну а на этом я завершу свой видеоролик, видеообзор. Характеристики какие-то я не называл, поскольку я считаю, что самое важное — внешний вид. На упаковке написано почему-то 25 часов. Не знаю, на самом деле так это или нет. Попробую. Буду сегодня уже опробировать их. Ну а всем тем, кто смотрит мой канал, всем огромное спасибо.